Всем добрый день! В сегодняшнем видео я покажу единичку, объемную цифру, которую я наконец-то сделала. Вот такая она у меня получилась. Объемная, большая, крупная, пушистая единичка. Высотой она больше метра. Высота добавилась за счет бумаги. Примерно 1,4 м высота цифры. И ширина около 80 сантиметров. На изготовление такой цифры, таких размеров, у меня ушло по материалам 10 рулонов. Да, 10 рулонов гофрированной бумаги. Заднюю стенку я не декорировала. Как я уже говорила в прошлом видео, просто заклеивала одним слоем гофрированной бумаги. Декор держится очень хорошо, не отпадает. Я думаю, что это его свойство и не изменится. Я очень довольна своей медовой единичкой, и то, что у меня получилось, очень и очень радует глаз. И вот такие цвета гофрированной бумаги у меня уже есть дома. Как я говорила, я уже буду делать лужайку, буду делать цветы и буду делать радугу. Радугу я не буду делать всех цветов, ограничусь такими вот цветами, это 4 цвета. Подготовка к дню рождения продолжается, я буду выкладывать новые видео, касающиеся подготовки к дню рождения нашей Майи. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания!